Я хотела вообще рассказать про довольно узкий сюжет, про мою самую любимую сагу, с которой я все никак не расстанусь уже много лет. Но я поняла, что рассказывать про нее в курсе таком вводном, который в этом году идет в Новоряжском клубе, сразу же не стоит. То есть сначала стоило бы обозначить некоторые базовые понятия и базовые контексты, через призму которых уже мы сможем посмотреть на вот эту сагу, про которую я буду говорить в следующий раз. Так что мое выступление, в каком смысле, оно делится на две части. Первая часть — это такая ультрабаза, в которой, после которой, я надеюсь, мы будем говорить на одном языке, когда мы говорим о том, что такое Эдда и что такое сага. Это как бы моя главная задача сегодня. И также с каких точек зрения можно смотреть на пересечение между этими двумя типами словесности древнескандинавской. А в следующий раз мы уже поговорим более прицельно про такую одну из таких точек пересечения в саге о Бьорне, героя долины реки Хит, с речами Высокого. Вот. Но чтобы это сделать сегодня, чтобы как-то к этому вопросу подойти, вообще, как эти два типа словесности пересекаются, мне кажется, необходимо обозначить их место в древнескандинавском корпусе и вообще попробовать ответить на вопрос, что такое Эдда и что такое сага. И при всей простоте, казалось бы, этого вопроса, мне кажется, все-таки необходимо, чтобы, может быть, мы все либо согласились да, на чем-то, либо, например, поспорили да, с тем, согласны ли мы с этими определениями или нет. Вот. Так что сегодня вот мы переходим к Эддам и сагам, а уже, как уже сказал Федор Борисович, позже будем говорить про скальдическую поэзию, до этого мы говорили про рунические камни, так что я таким образом заполняю лакуну вот в разговоре про эдическую поэзию и про саги как таковые. С чего начать такой рассказ, который я сейчас обозначила? Начнем вот с определений, с терминологии некоторой. И как бы в моем рассказе я бы хотела сначала их максимально разделить, а потом, наоборот, посмотреть, что между ними есть общего. Вот. И чтобы их разделить, посмотрим на сами названия, да, сами термины. Когда мы говорим про саги, опять же, я буду говорить и о самых очевидных вещах, и, может быть, о чуть менее очевидных. Так что, чтобы просто все уровни были закрыты. Самое простое, сам термин «сага» нам сам о себе говорит. Да? То есть сам термин «сага» происходит от глагола «сэгья» — говорить, рассказывать, что само по себе как бы говорит о том, что это что-то, что повествуется вслух, да, если это отговорение. Так что что-то об этом, просто из самого термина мы можем сказать. Да? Нечто повествуемое, видимо, изначально именно рассказываемое вслух. В отличие от классификации саг по подтипам, легендарные саги, саги об исландцах, королевские саги, все это навязанные исследователями термины, да, их не было в древнескандинавскую, в эпоху Древней Исландии, там, 13 века. Но сам термин сага, он уже существует в это время. И вот здесь на картинке очень плохо видно, но вот тут вот в кружочке можно увидеть термин сага, это сага о Кормаке из книжки Модрвалабок, да, Кормак сага. То есть это 14 век, сам термин, он употребляется, и сами же переписчики, да, называют саги сагами. Это уже для нас существенно, да, это не значит, что мы называем сагой что-то, что мы считаем сагой, как, например, саги об исландцах, да, такого в рукописях мы не находим. Кроме того, что еще важно сказать, чтобы обозначить, что такое сага? Важно, что этот термин, он довольно широкий. То есть сагой может называться совсем не только рассказ про исландцев, сагой может называться, например, жития святых. Да? То есть, и сага — это довольно широкий термин, но при этом не безбрежный. То есть сагой не может называться, например, первый грамматический трактат. Да? Вообще грамматические трактаты не могут называться сагой. Сагой не могут называться географические трактаты, проповеди, законы, скальдические висы. То есть все-таки это широкий термин, но не безбрежный. Так что в первом приближении можно сказать, что сага — это прозаическое повествование о каких-либо событиях, да, известное нам в первую очередь по этапу, когда устные рассказы стали записываться сначала на веллум, да, сначала в рукописях пергаменных, а потом и в бумажных.
Вот примерно такое, наверное, определение можно было бы им дать из того, что у нас вообще есть. Отдельный вопрос, когда именно термин «сага» переходит с устного на письменное повествование. Этот вопрос, в принципе, не праздный, потому что знакомый нам по Варяжскому клубу прошедшего года автор первого грамматического трактата XII века, он говорит, что он создает свой алфавит для записи законов, сочинения Оремудрого, священного писания, но не саг. Да? То есть в XII веке для него не актуальна запись саг, по крайней мере, он об этом не пишет. Но мы видим термин «сага» позже, да? То есть, вот, видимо, в XII веке это еще не вещь, которую надо записывать, позже – да. Другой вопрос, тоже все время сопровождающий саги, это в какой именно форме они бытовали устно, то есть, например, целиком, вот вся та сага, которую мы обычно читаем, например, сага Ньяли или сага Гисли, сага Ньяли – самая большая сага, которая у нас есть, да? Целиком ли она бытовала или только частично, частями, какими-то анекдотами. Вот. Или вообще саги, как мы их знаем, это явление целиком письменной эпохи. Тоже важный большой вопрос, который характеризует, да, отвечает, как бы он, это часть ответа на вопрос, а что такое сага по сути. И если говорить про эту часть вопроса, то вообще в самих сагах есть эпизоды, когда герои рассказывают, в саговом корпусе, я бы так сказала, да, в саговом мире есть эпизоды, когда герои рассказывают сагу. Самый известный пример рассказа саги – это «Прядь о Торстене сказителе», который, я напомню канву этого рассказа. Торстен приезжает к Харальду Суровому перед Йолем и занимается тем, что он рассказывает саги. Он развлекает конунга и его дружину, рассказывая им саги, не висы читаем, да, исполняя, а именно рассказывая саги, и конунг и его дружина дают ему всякие подарки за это. И в какой-то момент приближалось Рождество, Торстен перестает уже рассказывать саги, расстраивается из-за этого, и конунг говорит, что, мол, наверное, они подошли к концу, и ты сожалеешь, что их не хватило до Рождества. И Торстен отвечает, что теперь осталась лишь одна сага, я не смею рассказывать, ибо это сага о вашем путешествии, вот о ваших путешествиях, да, Тиасафер, Утфарарсага, Изверхерра, да, то есть вот о ваших путешествиях куда-то вовне. То есть вот эта вот сага, он рассказывает, видимо, вслух. Да? Вот, идея именно такая в этой пряди. Это прядь из гнилой кожи. Какой-то у нас средневековый источник, да, вот рассказа вслух. Таких эпизодов не то чтобы супер много. И вообще вот эта прядь, как кажется, есть две теории о происхождении саги. Одна так называемая теория свободной прозы, другая теория book prose theory, да, то есть книжной прозы. И вот для свободной прозы это теория, что все саги все время рассказывались вслух, они как-то так заучивались, и вот люди вот таким вот образом веселили дружину и конунга. И вот эта прядь в какой-то момент стала таким ключевым аргументом в пользу этой теории. Да? Ну вот у нас же есть описание того, как кто-то рассказывает долго, да, на протяжении многих дней, а потом и на протяжении всего Йоля рассказывают саги. Кроме таких примеров, есть и другие, тоже не менее часто, даже чуть ли не более часто встречающиеся, а именно примеры. И вообще любопытно, что последнее, что я про это скажу, что вот тут вот, да, важно, что в этой пряди есть вот это вот выражение, что где ты ее выучил, это «квар нам стухана», да, то есть где ты ее получил, вот у этого глагола. Да, вот «немо» у него есть значение, с одной стороны, брать, с другой стороны, учить, да, выучивать, да, подцепить, да. И он объясняет, где он ее подцепил, а именно, что он выучил эту сагу, когда был на Тинге летом в Исландии, и там некий Хальдарсен Снорри ему вот как раз рассказал эту сагу. Такой вот идеальный пример устной передачи саги от человека к человеку. Мы знаем о том, что знание саг, оно воспринимается, по крайней мере, оно описывается иногда в сагах как часть, положительное качество человека. Да? Вот, например, в саге о сыновьях Магнуса Голоногого в «Круге земном», вот один из сыновей Магнуса, Эйстейн, сказано, что он сведущ в законах и сагах. Да? То есть вот тоже это некоторое его качество. Он, значит, он полон законов и саг. Видимо, может их рассказывать или апеллировать к ним.
Есть и другие примеры совсем иного бытования саги. Например, в Хаконер саге, в саге о Хаконе, сыне Хакона, речь в этой саге идет про 13 век. И что там происходит? Значит, Хакон готовится к смерти. Хакон готовится к смерти, он сходил на мессу, он искупался, он уже прилег, потому что он ничего больше не может делать. И в момент, когда... И он говорит: пожалуйста, читайте мне латинские книги. Да, вот в болезни он сначала себе велел читать латинские книги, но тогда показалось ему большой морокой разбираться, как там что переводится. Да, вот это вот «Энсоасо тихоном сармикельмайзе и адхукса сарептерквэрсуса адсидди», да, вот то, что как оно там переводится именно. Велел он тогда читать себе книги на северном языке денно и ночно, сначала саги о святых, а когда они кончились, он велел читать себе перечень норвежских конунгов, конунгаталь, от Хальдена Черного, и затем обо всех конунгах Норвегии, один за другим. И дальше сказано, что когда дочитали конунгаталь, он сказал: давайте читайте мне сагу о Сверре. Да, сага о Сверре — это одна из первых, судя по всему, сага о конунгах, потому что она, судя по всему, пишется при конунге Сверре, вот 1177-1200 год. То есть это очень ранняя сага. То есть мы здесь видим, что момент чтения саги оказывается частью, в каком-то смысле, обряда отхода в другой мир. Да? То есть люди таким образом, человек таким образом готовится к смерти. Он просит себе прочитать саги. Таким образом мы видим, что саги... Речь идет про, если я не ошибаюсь, про 1263 год, то есть это середина 13 века, да, в это время получается, что сага не только бытует вслух, но сагу читают, да, сагу читают, в каком-то смысле это тоже про оральность, да, orality саги, но при этом не совсем то же самое, что именно передача полностью вслух. Вот, значит, подводя итог, да, получается, что сага – это прозаическое повествование о событиях, существующее и бытующее в средневековый период как в устной форме, то есть сагу можно рассказать, так и в письменной, сагу можно прочитать. Сагой может быть назван и рассказ о жизни святого, и конунга, и рыцаря, да, в переводной саге, и рядового исландца, и героя давнего прошлого. И все это будет сагой. С этой точки зрения вполне логично, что, например, трактат Снорри о поэзии, да, «Младшая Эдда», совсем сагой назвать нельзя, несмотря на то, что это прозаическое повествование, да, потому что это не рассказ о жизни кого-либо, не рассказ о последовательных событиях. С Эддой все немножко сложнее, хотя бы потому, что мы, в общем, не очень знаем, что значит слово «Эдда». И это название встречается только в одной из рукописей «Младшей Эдды» Снорри Стурлусона, которая это так называемая Снорриева Эдда, Снорра Эдда или «Младшая Эдда», я думаю, многим из вас и так известная. Да, и его перевод вот этого слова «Эдда» и этимология нам не очень неизвестна и является предметом догадок. Подробнее об Эдде Снорре, я надеюсь, что расскажет Федор Борисович или Денис Андреевич, или они оба. А я пока скажу, что это вполне ученое сочинение, которое грубо можно было бы описать как своеобразный учебник поэзии. И здесь Снорри Стурлусон, он в первой половине XIII века он собирает в каком-то смысле мифы и мифологические образы, потому что они появляются в скальдической поэзии, в кеннингах и в хейте. Ну и самый простой пример, просто чтобы, опять же, мы были с вами на одной ноге здесь, да, что, например, у скальда встречается кеннинг для золота «Огонь Эгера», да, и, соответственно, что делает Снорри Стурлусон? Он включает в свою «Младшую Эдду» рассказ про то, почему, да, золото может называться огнем Эгера, он включает миф про Эгера. Да, вот как асы, когда они были у великана Эгера в гостях, он приказал внести в палату светящееся золото, и оно, как огонь, озарило всю палату и светило во время пира. Да, вот таким образом, благодаря чтению Эдды, можно было разобраться в кеннингах и в хейте, и которые употребляются в скальдической поэзии. Таким образом получается, что благодаря работе Снорри, да, там появляются мифологические истории, они служат как вполне конкретной прагматике, да, потому что таким образом скальдическое искусство
будет продолжаться дальше. Ну и это и происходило, в каком-то смысле довольно любопытно, что младшая Эда, она же переписывается вплоть до, там, она используется как учебник в школе вплоть до 17 века, если я не ошибаюсь. То есть там, я совсем недавно слушала об этом доклад. И его используют в школе именно как учебник, а не просто как какой-то артефакт из истории. Значит, это прозаическая Эда, да? Мы не знаем, почему она Эда, но она связана как-то с мифологией. Кроме Эды Снорри, у которой есть вот эта прозаическая форма и четкая антикварная прагматика «сохранить и обучить», у нас также есть стихотворные поэмы, записанные в нескольких рукописях, самые ранние, известные из которых является «Кодекс Региус». Вот эта картинка из «Кодекса Региуса» — это ГКС 2365 кварта. Здесь просто, я просто хотела показать, что вот тут как раз картинка с названием «Хавамаль», да, то есть «Речи высокого», вот тут как раз они и появляются. Вот. Существенно, что ни в этой, ни в иных рукописях, где появляются эти поэмы, они не называются эддическими, то есть нигде нету названия Эда вот рядом с эддической поэзией. Судя по всему, первым, кто распространил название Эда на эти поэмы, был епископ из Скальхольта Бриньёльфур Свейнсон. И он это сделал, судя по всему, в 1643 году, когда-то тогда. Вот. Он, скорее всего, он просто заметил связь мифологических поэм с младшей Эдой Снорри. То есть он... Да, вопрос. Суждение. Самый епископ, который, собственно, не нашел даже кодекс. Да-да-да, это тот самый. Вот он нашел ее, прочитал ее, понял, что, кажется, похоже на Снорри Стулусона. И такой, это тоже Эдда. Вот. Поэтому мы называем... Таким образом, мы не можем сказать, что Эдда — это вот какой-то, ну, вот... Ну, как сага, да, вот то, что рассказывают. Эдда — это то, что находится в этом сборнике, понимаете, в этом суть. То есть Эдда — это то, что находится в Кодекс Региус, по-хорошему. Это, в принципе, единственное, что мы можем тут как-то, ну, связать. Вот. И главное, что то, что есть в Кодекс Региус, и то, что похоже на Снорри. Вот поэтому это Эдда. Кроме того, важно, что, ну, дальше, какие, все-таки у нас есть какие-то формальные категории, которые позволяют вот эти эддические поэмы, да, отличить от всего остального. Во-первых, они стихотворные, да, они стихотворные, они написаны, ну, они бытовали, да, созданы из аллитерационного стиха. Вот, они, в них тоже используются хейти, как и в скальдической поэзии, но довольно редко встречаются кеннинги, да, кажется, очень мало их там. Эдические поэмы отличают и особое содержание, да, это поэмы о богах и поэмы о героях. Хотя вот когда мы говорим про героев, именно в этом пункте содержание эдической поэзии, например, легендарных саг пересекается, потому что есть саги про героев тоже. Например, сага о Вельсингах. Да, это тоже сага, это тоже про мифологию, про героев мифологических, но при этом сага, а не эдическая поэзия. Вот. Так что, что еще тут? Ну, в рамках поэтического древнесеверного корпуса эдические поэмы отличаются и от скальдических виз, потому что в отличие от жесткого размера дродквайт, опять же, про который будет позже сказано, да, в лекции про скальдическую поэзию, эдические поэмы намного свободнее в своей форме. То есть они не настолько жестко фиксированы и регламентированы. А кроме того, и это важный момент, эдическая поэзия, как бы она явно не авторская, если сравнивать именно со скальдической поэзией. Да? Скальдическая поэзия всегда, в большинстве случаев, она имеет автора вполне четкого. А в эдической поэзии нет. Да? В этом плане она ближе будет к саге, чем к скальдической поэзии. Ну что, таким образом, эдические поэмы — это не авторские мифологические героические поэмы, сохранившиеся в рукописи «Кодекс Региус» в форме аллитерационного стиха. Вот примерно такое определение я бы им дала. Теперь, когда я их полностью развела, да, эти два явления, теперь я предлагаю нам посмотреть на них вместе, в общем контексте. Почему? Потому что, на мой взгляд, и не только на мой, но, по крайней мере, я его придерживаюсь, на мой взгляд, читать саги отдельно от Эдды, это значит довольно сильно обеднять их содержание и их восприятие у себя самих. И главным образом, мы таким образом намного хуже понимаем, как их понимали в XIII веке. Поэтому я предлагаю нам сегодня посмотреть на них вместе. Вот. Какие тут вообще могут быть точки пересечения, какой тут может быть общий контекст? Во-первых, они записываются в одно и то же время, в XIII веке.
В это время начинают записываться саги об исландцах, хотя есть гипотеза, что появляются первые саги, видимо, уже в XII веке, ну, по крайней мере, сага о названных братьев вроде похожа на, что там есть какие-то указания на то, что это мог, может быть, XII век, но вообще самый ранний список саги об исландцах, который у нас есть, это фрагмент саги об Эгиле Скаллагримсоне, который датируется, кажется, 1260-ми годами. В 1220-1230 году Снорри работает на своей Эды, тоже XIII век, да, и в 1270 годом и вокруг датируется вот кодекс Региус, который показан. Да. То есть все это XIII век, раньше никаких эдических поэм у нас, ну, рукописи раньше у нас нет, то есть все это более-менее одно и то же интеллектуальное поле. Запись всех этих типов словесности в это время часто связывается с так называемым антикварным интересом составителей этих рукописей, что особенно хорошо видно по прагматике Снорри, который записывает мифы, чтобы прояснить кеннинги. Содержание мифологических поэм им уже вряд ли рассматривается как объект священного почитания. Да, у него есть вполне конкретная прагматика, почему ему вообще они нужны. Схожим образом, например, в «Hauksbók», да, книге Хаука, которая датируется концом XIII, началом XIV века, ну, первой половины XIV века. Это книга, которая сохранилась в трех рукописях, потом была соединена в одну. Так вот, в этой книге Хаука схожим образом, это книга энциклопедического характера, в ней есть и «Люцидарий», и сага о троянцах, и сага о названных братьев, и всякие разные другие маленькие работы, там, не знаю, про истории, про походы в ад, и вот всякое такое. Вот среди вот этого появляется Велюс по прорицанию Велюва. Да? Прям вот чуть ли не рядом с Люцидариусом. То есть здесь прорицание Велюва — это не основной хит о богах, да, вот как в Кодекс Региус, а лишь одна из деталей, один из узоров на этом энциклопедическом антикварном полотне. Рассказ об устроении мира, о чем повествуют и другие энциклопедические труды. Вполне возможно, что и для составителя Кодекс Региус, о котором мы говорили до этого, задача была сохранить и систематизировать мифологические и героические песни, которые уже ощущаются как какая-то старина. Почему это можно сказать? Потому что Кодекс Региус, если мы это весь вся рукопись, да, она целиком посвящена. Сначала идут боги, потом идут герои, и все идет очень, ну, они сгруппированы тематически. Сначала идет рассказ о начале и конце мира, потом поэмы о богах, причем они тоже расположены в определенном порядке. Сначала Один, потом Фрейр, потом Тор и так далее. То есть там явно есть какая-то мысль за этой систематизацией. А затем уже идут поэмы о героях. Есть другие рукописи, где встречаются вот, эдические поэмы, и в них такой четкой систематизации нет. Там все намного более рандомно расположено. Вот. И да, про это я сказала. Вот. И поэтому можно и подумать, что, возможно, у составителя вот как раз Кодекс Региус у него тоже была, как и у Снорри, и как у Hauksbók, да, задача такой вот классификации как бы, поэм. Да, для него по какой-то причине эта систематизация была важна. Вот. Поэтому можно, в принципе, смотреть на эту рукопись в такой антикварной перспективе, где поэмы старшей эды оказываются элементами прошлого, которые осторожно собираются вместе и сохраняются. И, как кажется, примерно то же самое происходит и с сагами, особенно с сагами об исландцах в XIII веке. Почему-то возникает горячая необходимость их зафиксировать вот на пергамене. И таким образом в XIII-XIV веках саги, эдическая поэзия, они существуют вот в этом едином антикварном поле, таком антикварно-энциклопедическом поле. Они не находятся совсем уж в каких-то совсем разных углах словесности. Вот здесь саги, а здесь эдда. Да, они, в общем, более-менее. Особенно это видно по Hauksbók, где они находятся в одном сборнике. Это, как мне кажется, одно из направлений пересечения, да, более-менее очевидное, про которое можно было бы говорить. Другое направление, про которое меня в основном интересует, и про которое я буду говорить больше в следующий раз, еще, а сегодня мы к нему подъедем, это пересечение эдических текстов и саг, которое, если вот антикварное, можно было бы назвать внешним пересечением, исходящим из восприятия тех, кто составляет рукопись. Вот они воспринимают эдды и саги как старину, и поэтому они их как бы вот записывают. То другое пересечение можно было бы назвать внутренним. Когда в сагах встречаются элементы, характерные и для эдических поэм. Что я имею в виду под элементами? Под элементами я буду иметь не только
ну, не форму саму, потому что очевидно, что эдические поэмы отличаются по форме от саги. Да? Эдическая поэма, она стихотворная, и вот то, что мы все сказали уже только что, сага совсем другое. А вот с точки зрения конструкции у них бывают схожести. Да? Например, там могут быть прямые цитаты и отсылки к эдической поэзии в саговом повествовании, могут быть возникающие в сагах образы, темы, мотивы, элементы сюжета и структуры, напоминающие об эдических сюжетах. И о таких пересечениях, как кажется, на русском языке наиболее подробно писал Арон Яковлевич Гуревич в своей книге «Эдда и сага», который рассматривал, например, сагу о Гисле. Да, сейчас я тогда перейду. Сагу о Гисле, вот как раз сагу, как сагу, которая существует как бы на двух уровнях. С одной стороны, на уровне реальности 60-х, 70-х годов 10 века в Исландии, а с другой стороны, на уровне Эдды и героических песен Эдды. Почему так можно было бы на это смотреть? Ну, я надеюсь, что здесь есть, безусловно, здесь есть люди, которые хорошо знают сагу о Гисле, есть те, кто, наверное, может быть, ее не смотрел, то я очень советую вам ее почитать, это замечательная сага. Но кратко напомню проблему, да, которая там появляется. В саге о Гисле сына Кислого он попадает, вот Гисле попадает в очень сложную ситуацию. Ну, наверное, для этого проще всего будет следить, если будет какая-то схема, да? То есть вот этот кусочек — это про Гисли, да? Вот вы видите, что тут очень, вот эти красные линии — это связи, которые между ними существуют, между всеми этими героями. Так вот, Гисли, он проходит, у него есть брат Торкель, да? Вот Гисли связан с Торкелем, вот, с одной стороны. С другой стороны, они проходят обряд побратимства, то есть у него появляются еще побратимы Вейстейн, Торкель и Торгрим. При этом Торгрим не хочет брататься с Вейстейном, поэтому здесь связи нет. Кроме того, у Гисли и Торкеля есть сестра Тордис, и у Гисли есть жена Аут, которая, в свою очередь, сестра Вейстейна. Да, то есть вот тут довольно очень много связей, да, в этой саге очень много связей друг с другом. Так вот, да, а сестра, да, Тордис связана с Торгримом, потому что она его жена, да, то есть тут вот все как бы все очень жестко завязано, это прям настоящий сериал «Россия-1», да, в этом плане. Там на заднем плане под текстом проходит какой-то намек на то, что вот эта расстановка, так сказать, женской своей части была устроена когда-то иначе, и вот то ли у Вестейна были какие-то отношения с Тордис, то ли у Аутса с Торгримом. Там, нет, там есть, конечно, вот эта вот история про то, что что Вестейн, он как бы подкатывает не к той женщине. Да, там, да, сейчас это даже не так важно, вот именно, там, безусловно, да, там есть еще одна связка, но что тут важно, что Гисли, сын Кислого, он, его побратима, то есть Вестейна, убивает другой его побратим. Вероятно, Торгрим, а может быть, Торкель. Мы не знаем, кто именно, да, кто-то из них. Но важно, что побратим убивает его другого побратима. И этот то ли его брат, а то ли друг его родного брата и муж его сестры. Да? А основание для такого убийства есть у обоих. И Гисли оказывается между двух огней. Он, если он не будет, он не может не мстить за побратима, потому что в этом задача побратимства – мстить друг за друга. Но мстя за него, он придает иные связи, семейные и тоже побратимственные. В общем, невозможная ситуация, да? Просто вот он между двух этих жерновов оказался. И в итоге его обвиняют, он убивает вот этого Торгрима, которого он считает убийцей, его обвиняют вне закона. И в итоге его обвиняют в закозе, потому что его сестра Тордис, с одной стороны, его сестра, важная связь, но в то же время жена убитого, она выбирает мужа и сдает Гисли, так сказать, и все. И дальше его обвиняют вне закона, и в итоге его убивают. А Торкель, друг вот этого убитого, он отказывается его укрывать. То есть он таким образом как бы предает свою связь вот именно родственную, да, идя за побратимством. Вся эта конфигурация встречается в героических песнях старшей Эдды, как показывает Арон Яковлевич, в легендах о Сигурде Драконобойце, которому подсылают убийцу как раз его побратимы Гуннар и Хёгни. Я расскажу сейчас подробнее про эту историю, пока просто важно, что это тоже история про побратимов, а их сестра, которая замужем за Сигурдом, их прощает и потом мстит за их убийство своему второму мужу Атли. В саге о Гисле ситуация получается обратной, потому что Тордис здесь чужими руками мстит своему брату. То есть тут, сейчас я расскажу, почему это кажется похожей ситуацией.
Ну, напомню коротко эту историю. Да? Значит, она делится, как бы, вся, весь этот цикл про Сигурда как бы делится на две части: до смерти Сигурда и после смерти Сигурда. И там тоже все сложно в этом плане, да. То есть Сигурд, который убил Фафнера, он связан клятвами побратимства с Гуннаром и Хёгни. То есть тут должна быть еще между Хёгни и Сигурдом тоже связка. Просто это сложно было нарисовать. То есть вот Гуннар и Хёгни связаны с Сигурдом. Гудрун, сестра Гуннара и Хёгни, и в то же время она выходит замуж за Сигурда. Да? То есть тут тоже есть связка между сестрой и мужем, которого убивают. Брюнхельд была связана с Сигурдом до этого, у них тоже были какие-то клятвы. Вот. Но в силу обмана, который производит Сигурд и Гуннар, там Брюнхельд забывает Сигурда, в какой-то момент она выходит замуж за Гуннара, думая, что она с Гуннаром, хотя на самом деле она с Сигурдом проводит ночь, хотя он под личиной Гуннара находится. Гуннар остается ее мужем, Сигурд женится на Гудрун, вроде бы все мирно и в порядке, но из-за того, что в какой-то момент Брюнхельд и Гудрун идут, ну, стирать вещи на реку, одна из них, они пытаются договориться, решить, кто из них имеет право стоять выше на реке по течению, ну, потому что вода грязнее, соответственно, той, которая ниже. И вот они начинают пытаться объяснить друг другу, как они это пытаются решить, кто круче, кого муж круче, да, и вот они начинают объяснять друг другу, вот, у меня муж, у тебя муж, и Гудрун говорит, а ты знаешь, что на самом деле с тобой Сигурд спал ночью, а не Гуннар, был под личиной, ну, Сигурд был под личиной Гуннара, а тебе казалось, что это Гуннар. И Брюнхельд, конечно, ну, в общем, ее реакция на это, она начинает подговаривать Гуннара убить своего побратима. Он подговаривается. Ну, сам он же он побратим, поэтому он вроде как не имеет права убить Сигурда. Он подговаривает другого человека, Гуттарма, на то, чтобы он совершил это, ну, страшное деяние. Он убивает Сигурда, и Брюнхельд после этого убивает себя. В истории в Старшеде Гудрун прощает братьев, она не мстит братьям. Она выходит потом замуж за Атли, который убивает братьев ее. И она, всем, наверное, известен этот замечательный эпизод, когда она скармливает ему собственных детей, его с ней, и потом они все вместе дружно горят в доме. Вот такая история. Как вы видите, тут есть некоторые параллели, да, и там история про побратимов, да, то есть побратимство становится, ну, побратимство ломается, как бы, да, то есть вот здесь побратимство ломается Гуннаром, да, здесь побратимство ломается то ли Торкелем, то ли Торгримом, да, и Гисли выбирает побратимство, в итоге оказывается против своих братьев. И мне кажется, даже не столько важно, что... То есть важно, что в этой истории есть именно конфликт побратимов, и, может быть, не так важно, что там, чтобы там прям четко все структурные связи были параллельны. Важно, что именно сам вот этот вот момент сохранялся. Кроме того, там есть роль женщины, да, что здесь Тордис, она сдает своего брата, выбирая мужа. А здесь в этой истории наоборот. Гудрун, она выбирает братьев, она не мстит за мужа, она выбирает братьев. Вот. А потом будет мстить мужу уже в другой части. То есть вот эти вот связи, они там есть. И по мнению Арона Яковлевича Гуревича, который ссылается на Теодора Андерсена, слушатели саги, да, читатели саги, слушатели саги в XIII веке, саги о Гисле, они могли считывать этот эдический контекст, они могли как-то с ним, ну, воспринимать сагу одновременно и там, и там. Вот. Может, как бы, по мнению Гуревича, может быть, даже составитель саги мог специально так расположить все вот эти вот события, чтобы это вот так вот считывалось. Тут вопрос в том, что из этого раньше, да, то есть что было раньше, курица или яйцо, это автор так расположил или же оно было так в традиции, да, это вот вопрос, который, кажется, пока не решаем. Но для нас важно, что эта сага может рассматриваться на обоих уровнях. Важно, что в XIII веке вот эти ранние героические идеалы, которые есть в Старшеде, они как бы уже не существуют, да, они уже не работают. Уже Исландия давно христианская, уже там все немножко иначе. Но вот это обращение к эдическому полю, оно по какой-то причине интересно в XIII веке. Вот это как раз кажется любопытным. И если вспомнить наш разговор про антикварный интерес XIII-XIV веков, то такое использование эдических мотивов на уровне сюжета кажется вполне соответствующим времени. Эдическое воспринимается как далекая старина и используется как материал для разговора о чем-то ином.
о поэзии, о пространстве и времени, как в Хауксбург, об истории и, в частности, о конфликтах, возникающих на основе побратимства, которое, к слову, не очень христианский обряд. То есть, может быть, именно с этой точки зрения на сагу о Гисле тоже можно было бы смотреть. И важно, что история о Сигурде актуальна не только для саги о Гисле. Вот. Как я уже пересказала эпизод про Сигурда, Гудрун, Брюнхельд и Гуннера, я теперь, наконец, хочу обратиться к саге о Ньяле, которую я просила вас прочитать, вот тот маленький фрагмент, вот, где описывается, это главы 35-45, где описывается короткая распри между женами главных героев первой части, Ньяле и Гуннера из Хлидаренди. Что про них стоит сказать? Гуннер и Ньяль не проходят обряды побратимства, но при этом они такие главные друзья сагового корпуса, сагового мира, то есть самые лучшие друзья, которые вообще существуют в сагах. Потому что они хоть и не клянутся клятвам верности, и они не заключают обряд побратимства, но при этом они поддерживают идеальную дружбу, основы которой известны нам по другому эдическому памятнику, Причам Высокого, о которых я подробнее буду говорить на следующей лекции. Но здесь стоит их чуть-чуть коснуться. Меня интересуют здесь висы 42 и 44. Вот, ну, в 42-й, как вы, наверное, помните, надобно в дружбе верным быть другу, одарять за подарки, смехом на смех, пристойно ответить и обманом на ложь. И в 44-й, если дружбу ведешь и в друге уверен, и добра ждешь от друга, открывай ему душу, дары приноси, навещай его часто. Вот Гуннер и Ньяль делают все это, прям вот ровно, прямо как под копирку. Гуннер часто советуется с Ньялем, да, «Гезис кальтуви санбланда», может на него положиться и дать ему управлять своим имуществом, в какой-то момент оставляет его главным за своим домом и своим имуществом в целом. И важно, что, например, в саге о союзниках именно эта ситуация, она станет проблемной, да, то есть там как раз, если ты оставил не тому человеку свой дом и свое имущество, то это ни к чему хорошему может не привести, то есть Ньяль — это тот самый человек, на которого можно положиться. Гуннер и Ньяль все время ездят друг к другу в гости и остаются друг у друга зимовать, да, то есть таким образом они тоже обмениваются дарами, потому что если вы зимуете друг у друга, вы кормите друг друга, а кормежка — это деньги, вот, так что, то есть это существенно, кормежка — это деньги, да. Вопрос в том, ну, и эту идеальную дружбу, которую я сейчас описала, грозит расстроить ссора их жен. Вопрос в том, почему вообще эта ссора происходит. И здесь как бы и стоит прочитать эпизод из 35 главы. Дело происходит во время зимовки Гуннера и Хальгерт у Ньяля и Бергтора. Значит, вот они зимуют, и как-то раз Бергтора с Тархаллой подошли к женской скамье, и Бергтора сказала Хальгерт: «Уступи-ка ей место». Та ответила: «И не подумаю, не желаю сидеть в углу, словно старуха». «В этом доме я распоряжаюсь», — сказала Бергтора. И Тархалла заняла место. Важно сказать, что Тархалла, она круче по статусу. Она из более мощного рода и замужем за более богатым человеком. Так что она, в принципе, имеет право сидеть, правда, на более хорошем месте. «В этом доме я распоряжаюсь», — сказала Бергтора. И Тархалла заняла место на скамье. Бергтора подошла к столу с водой для умывания рук. Хальгерт взяла Бергтору за руку и сказала: «Вы с Ньялем под стать друг друга. У тебя все ногти вросли, а он безбородый». «Твоя правда», — сказала Бергтора. «Но никто из нас не попрекает этим другого. А вот у тебя муж Торвальд бородатый был, но ты велела убить его». Важно, что Гуннер — это уже третий муж Хальгерт, да, и первые два были убиты ее воспитателем-рецидивистом, да, который, и сказано, что он много кого убивал, и заодно убивает еще двух ее мужей. Причем она, в общем, не очень просит убивать второго, но все равно это делает. «Если ты, Гуннер, не отомстишь за эти слова, — сказала Хальгерт, — какой мне прок от того, что мой муж самый храбрый человек в Исландии?» Тот вскочил, вышел из стола и сказал: «Я еду домой. Со своими домочадцами можешь брониться, но не в чужом доме. Я мне делал только добро, и тебе не рассорить нас, словно малых детей». Они собрались домой. И дальше коронная фраза, да, «Попомни мое слово, Бергтора, мы с тобой еще посчитаемся». Бергтора сказала, что ей от этого лучше не станет, и дальше они едут домой. И здесь бросается в глаза чисто иконическая схожесть ситуации в эдическом цикле о Сигурде и в этой ссоре жен в саге о Ньяле. Две женщины, жены главных героев,
связанных узами дружбы верности, ссорятся, и одна из них требует мести за свою честь. Да? То есть жены, два друга, они ссорятся. Во время ссоры происходит сравнение мужей. Хальгерт называет Ньяля мужа Бергтора безбородым, а своего мужа Гуннера самым храбрым в Исландии. Да? Вот ровно та ситуация, которая происходит с Брюнхельд, которая тоже пытается оскорбить Гудрун и говорит, что у нее самый мощный муж. Ее противница говорит нечто, что становится причиной дальнейшего конфликта. Бергтора припоминает Хальгер, что она стала причиной убийства первого мужа Торвальда. И отдельный вопрос, почему Хальгер так реагирует, но мы сегодня его не будем смотреть. Важно было бы обратить внимание и на другие пересечения в образе Хальгерт и Брюнхельд. Когда ее воспитатель убивает ее второго любимого мужа, Хальгерт смеется. И Брюнхельд тоже, когда убивает Сигурда, она заливается смехом. Ну и понятно, что, видимо, это какой-то истерический смех, но вот эта вот деталь, она явно их объединяет. Особенно любопытно не столько то, что здесь так много пересечений, сколько то, что эта практически идиллическая ссора разрешается совсем иным способом. В отличие от Сигурда и Гуннера, Гуннер и Ньяль в саге о Ньяле совсем не вступают в расприю и не нарушают своей дружбы, даже несмотря на то, что их жены постепенно наращивают количество убитых с обеих сторон. То есть там сначала один, потом два, потом три. Сначала вот, и буквально Ньяль и Гуннер, они просто передают друг другу кошель. То есть один и тот же с деньгами. То есть их задача просто отбалансировать эту расприю. Так, здесь снова и даже особенно заметно переосмысление идического сюжета, но в ключе своеобразной альтернативной истории. То есть что было бы, если бы Гуннер не нарушил свои клятвы Сигурду? Как мы видим, не было бы героической смерти одного из побратимов от руки или по указке другого. При этом Гуннер и саги о Ньяле, конечно, не избегают героической смерти, частично причиной которой все равно становится его жена Хальгерт, которая так похожа здесь и на Брюнхельд, и на Гудрун, в общем, одновременно. Она в этой саге функционирует как такая рука судьбы, которой Гуннер вроде бы избежал в один раз, но не смог избежать другой. Вот. На этом я, наверное, хотела бы, наверное, закончить и повесить, так сказать, to be continued. Да? В следующий раз мы поговорим вот про то, как тоже эддическое начинает работать чуть-чуть иначе, чем в самой Эдди, но уже в саге о Бьорне. Вот. Буду рада вашим вопросам, суждениям, комментариям, несогласиям и вообще. Вот у меня вопрос первый. Почему безбородый это звучит как оскорбление? Это как аргер, вот когда мы разбирали? Или это ну, другой какой-то пласт оскорблений? Ну, судя по всему, я думаю, про это Федобович лучше даже расскажет, чем я. Да, ну безбородый — это значит, что не как женщина, да? То есть сразу вспоминается рассказ «Младшей Эдди», да, то есть про... Сейчас, как же там было? Не помню, какое именно они оружие делают, эти альвы, да, когда они собрали вместе женскую бороду, там, и вот всякое. То есть, грубо говоря, женщины, женской бороды, то, чего не существует в мире. Да? Миф, который волчонок Для путы они делали, да. Что они вот собрали все невозможные... Женскую бороду. То есть вот здесь видно как раз, что женская борода – это как бы невозможность. Поэтому отсутствие бороды – это женщина. Да? И Хальгерт несколько раз это делает, но важно, что Ньяль каждый раз, вот, я не буду на Гуннера наезжать. Нет, как бы. Любой другой человек бы это сделал, скорее всего. Его сын Скарбхеден, он реагирует на все оскорбления, он реагирует очень жестоко. Да, и как бы вся плохая история про сыновей Ньяля, она именно из-за этого, потому что они не реагируют на оскорбления напрямую. Ньяль не делает этого, да, то есть сколько бы его Хальгерт не называл безбородым, он никак не реагирует. Спасибо. И еще один вопрос. Вот вы сказали, что если Снорри видит в скальдической поэзии какие-то кеннинги, которые нужно объяснить, он эти сюжеты включает в Эдду. Как он, ну, он что, какой-то корпус составлял из скальдической поэзии? Как он, ну, понимал? Ну да, безусловно, у него... То есть у него такая задача, у него есть... То есть, судя по всему, он... Ну, опять же, про это, наверное, лучше расскажут коллеги, но... У него есть некоторый скальдический корпус, который он добавляет, например, в «Круг земной». Да? Вот «Круг земной» — это как раз такая огромная сага о конунгах, в которой он использует скальдические висы как подтверждение своей правоты. Да? Mm-hmm. Что вот я рассказываю про эти события, а вот мой источник, скальд такой-то. Да? Mm-hmm. То есть он знает эту скальдическую поэзию. Вот. Но проблема в том, что, судя по всему, в XIII веке, если, ну, невозможно эту скальдическую поэзию уже вот так сходу всю воспринимать. Ему требуется объяснить
что какие кеннинги значат. Да? А как, грубо говоря, если вы скажете, что золото — это огонь Эгера, и не объясните, а почему это огонь Эгера, это не будет понятно. Да? И для этого вся вот эта часть видения Гюрви, судя по всему, оно и язык поэзии, да, они как раз целиком состоят из, ну, таких вот сюжетов мифологических, да, пересказов. Он явно, он уже знает эдические, то есть, видимо, эдическая поэзия уже была записана в каком-то еще виде, да, mm-hmm. То есть он, видимо, с ними знаком. Вот. Ну, может быть, не записано, да, то есть не очень понятно, то ли он знает просто эти эдические. Мы не очень знаем, как они исполнялись. Исполнялись они вслух в это время или скорее они уже были в записанном виде в XIII веке. Не очень понятно. Но он какие-то из них знает, поэтому он их пересказывает. Угу. Да. Хорошо, спасибо, поняла. Да. А какие-то, например, у нас даже нет в эдических поэмах, только там в младшей Эдде осталось. Да. Да, конечно, безбородость Ниали связана, ну, с такой гендерной поломкой, что ли. То есть безбородый мужчина почти автоматически ассоциируется с мужчиной в женском обличии, так сказать. В саговом мире. Надо добавить в саговом мире. В саговом мире, да. То, что Скарбхедин так обижается и мстит буквально за все, тоже можно понять, потому что мало того, что его отца называют безбородым, их, то есть сыновей Ньяля, и в частности Скарбхедин, называют не очень понятным словом навознобородые. Да. И это уж совсем, то есть в чем идея? В том, что им нужен навоз, чтобы, значит, уснастить подбородок и скулы, и тогда у них будет расти борода, или вот в чем, не очень понятно даже в чем оскорбление, но ясно, что за это надо убивать, да? Сразу. А? Можно же и есть навоз, и поэтому навоз. Можно и есть, так вот я и говорю, что... Она как раз объясняет, по-моему, источник этого. Ну, это не так важно. Очень важно. Это очень важно. Про навоз. Хорошо. Мне кажется, что Хальгерт как раз объясняет происхождение этого странного прозвища навозобороды, ну, довольно такого бессмысленного, которое она придумала просто по причине дурного характера, но тем не менее, когда она выяснила, что кто-то из слуг у Ньяля повез навоз удобрять землю, значит, она вот глупо сострила, чтобы лучше он удобрил себе подбородок, потому что он безбородый, а сыновья его, они с бородой, но они навозобородые, значит, удобрили уже. Ну, про удобрение, да. А вот еще там Леша тоже. Из аграрной истории Исландии. При этом обращу ваше внимание, что Хальгерт, сейчас я пущу, конечно, микрофон, но еще давайте не забывать про Zoom. Обращу ваше внимание, что Хальгерт тоже обладает вполне себе мужским прозвищем, а именно ее зовут Хальгерт, она носит прозвище «меховые штаны» или «кожаные штаны», то же самое, что и знаменитый конунг Рагнар Лотброк. Ну, конечно, из деликатности это переводит как «меховые чулки» или там «меховые» или «кожаные колготки» или что-то в этом роде, но вообще говоря, это ровно такое вот гендерное переключение, которое и на Хальгерт тоже сказывается. Этот фрагмент, да, саговый, понятно, что здесь очень яркая иллюстрация, яркая параллель с вот этим этосом дружбы, да, из Речи Высокого, как будто прям вот это взято за инструкцию, да, Ньялем и... Не только даже вот этот, ну, мне просто продолжать, вся вот эта часть маленькой распри между Хальгерт и Бергтор, это прям идеальный обмен антидарами, как бы, да, если вот это, помните, в этой висе было, что там надо обмениваться дарами, а также ложь, ну, отплачивая ложью, да, то есть есть как бы позитивные дары, дары со знаком плюс, а есть дары со знаком минус, и ими тоже надо обмениваться как бы ровно в балансе. И вся эта вот распря на 10 глав, это такой идеальный сбалансированный счет. И в каком-то смысле, в какой-то он настолько идеальный, что кажется, что это какая-то пародия на вот эту вот вещь. Ну да. И вот продолжая эту мысль, да, как потом там в ранней антропологии дара очень любили Речи Высокого использовать как иллюстрацию того, что на самом деле отношения дружеские, семейные, да, это тоже в некотором смысле дар, и у него может быть такой коррелят там более материальный. Вот. Но у меня другой вопрос. А не кажется ли вам, что
этот фрагмент, да, эта вся ссора, это еще и как будто бы отсылка к более поздней части речей Высокого, которая такая мизогиническая, да, про роль женщины как той, кто создает ссору, да, той, которая ссорит друзей. Про плохих жен, как бы, да, такая. Да, 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 где вот там такой еще яркий образ про сердце, которое, я не помню дословно, на гончарном круге, которое создается у женщины. То есть вроде как, что сердце женщины – это что-то ненастоящее, да, не подлое, искусственное. Вот, вот мне показалось, что, может быть, даже еще и в большей степени, ну, по крайней мере, не в меньшей, это иллюстрация к вот, вот тому кусочку про женское коварство. И... Мне кажется, что тут важно, что... я бы не сказала, что есть что-то в большей или в меньшей степени. Мне кажется, в принципе, для этой саги, вот для образа Хальгерт, и для всего вот этого... Вот вообще сам образ Хальгер, это такой, он именно эдический, как бы. И речь Высокого, они, в принципе, важны очень. Ну, вообще, то, как устроены отношения Ньяли и Гуннера, это тоже такая вот прям, ну, речь Высокого в иллюстрации, да. И я бы сказала, что вполне возможно, что понятно, что важны не только эти две висы, да, и не только вот весь этот блок про дружбу, но и блок про женщин тоже может быть, да. Вот. Но тут как бы, то есть Хальгер, она с одной стороны может быть вот из этих плохих жен, а с другой стороны, ну, это может отсылать к той же Брюнхельд, да, то, что она смеется как Брюнхельд, она тоже как бы вот в этой как бы ситуации она иконически стоит на позиции Брюнхельд, потому что она подговаривает Гуннера убить Ньяли, а он отказывается, да, то есть тут явно не только с этим местом есть параллели, да, то есть, но это важно, вот как бы этот текст, он как бы оказывается важным для прочтения этой ситуации. Мне кажется, тут как бы самая интересная вещь, что с одной стороны Хальгерт как это плохая женщина, а с другой стороны Ньяль и Гуннер, они живут по речам Высокого, а не как Сигурд и Гуннер. Ну, вот. Мне кажется, что Бергтору мы тоже не должны забывать, что это такие две антипары получаются. Ньяль и Гуннер, да, и Бергтор, и с другой стороны, да, их жены. Идеальный как... структуралистский кусок. Да, да, да. Да, у меня тут не вопрос, а скорее такой комментарий. Вот мы говорили о том, что Гуннер, Ньяль, они как бы живут согласно вот этим вот заветам речей Высокого, и там есть такие второстепенные персонажи, собственно, которые разжигают конфликт. Ну, бродяги, они приходят, там что-то сказали. Женщины, между прочим. Женщины, один бродяги, раз, женщины. Когда конфликт у них только-только начинался, там пришли бродяги и тоже подливают бензинчик в костер, так сказать. Мне кажется, мы там и там женщины. А во второй раз, когда начинается эскалация конфликта, там, да, действительно приходят женщины, и вот как бы вот эти персонажи, они как раз показано, что вот они глупы, они живут не в соответствии с этим кодексом, они, получается, его нарушают. Они чуть что, они пришли в дом, они сразу все вывалили, что знали, и потом пошли в другой дом, и тоже вывалили все, что знали. И получается такой достаточно интересный контраст, что вот, вот как ведут себя знатные, благородные мужи, а вот как ведут себя да, безродные бродяги. Причем в речах Высокого было сказано, что мудрость житейская – это бедных богатство. И мы видим, что они бедны в этом смысле тоже. Да. В отличие от Ньяли и Гуннера, которые, соответственно, своему статусу наделены определенными добродетелями. Вот да. Мне кажется, это очень интересный контраст. Да, спасибо, да. Единственное, что я бы уточнила вот эту вот формулировку, когда вы сказали, что они живут не по... Значит, кодекс. Мне кажется, они идеально вписываются как раз-таки в речи Высокого, потому что речи Высокого, по крайней мере, первая часть, вот эти первые 39 виз, про как бы тип гостеприимства. Мы будем об этом говорить в следующий раз больше. Но, как кажется, там, с одной стороны, есть вот эта вот идея идеального друга, да, но, с другой стороны, как бы речь Высокого также регламентирует, что такое недруг, и что такое, как бы, что такое мудрый человек, и что такое немудрый человек. Поэтому быть немудрым – это тоже по речам Высокого, понимаете? Это тоже регламентировано. Поэтому, ну, про это, я надеюсь, что как бы в следующем семинаре мы просто очень больше поговорим именно про эти первые 39 виз. Да, да. Здесь, между прочим, сказано, что глупцов и мудрецов 50 на 50. Это прям вот эксплицитно, да? Да.
Так, вот еще сюда. А передайте просто. Давайте передайте. Андрей, а вы хотели что-то сказать? Да, тогда скажите, да. Извините, у меня чисто буквально вопрос. Сколько я помню, условно, стихи из эдического корпуса есть не только в кодексе Региусе, но еще в каких-то более поздних или более ранних рукописях. Более поздних, да, есть. Ну, в смысле, эдические висы есть, да, есть в нес... Ну, во-первых, есть «Прорицание Вельвы» в Хауксбург, и есть еще, кажется, пара, где они тоже встречаются. Да, «Прорицание Вельвы», конечно, есть еще. То есть, конечно, более поздние сборники, да. Важно, что, вот, как я уже сказала, в других сборниках нет такой систематизации, как, какая есть в кодекс Региус. Да? То есть кодекс Региус в этом плане он такой, ну, эталонный в своем желании все это идеально расположить, да? А в остальных такого, ну, такого нет. Да. Спасибо большое за доклад. Вот, у меня два микровопроса. Значит, первый, возможно, всем услышал, вы говорили про книгу Хакана и говорили, что она состояла из трех разных рукописей. Хаука, прошу прощения, да, которая состояла из трех разных рукописей, позднее соединенных. И вы говорили, что там находятся и саги, и какие-то эдические поэмы. Они находятся, в каждой из книг происходит какое-то смешение. Ну, там есть одна книга целиком, это «Элицидариус». Ну, что значит книга? Это значит, что в какой-то момент там была такая история с... это история про 17 век просто, а не про, про древнюю Скандинавию. То есть изначально был такой законоговоритель Хаук Эрлинсон, который вот в конце 13 века попросил себе сделать сборник. Да? Сборник из разных штук, такого вполне себе энциклопедического характера. А потом коллеги Аурни Магнуссона, такого известного собирателя рукописей, да, благодаря библиотеке которого у нас вообще есть все эти саги, его коллеги раздеребанили эту рукопись. И, ну, и сам Аурни тоже любил такое делать. Он как бы мог рукопись, он прямо считал, что так, в этой рукописи вот эта часть Элицидарий. Он брал, вытаскивал этот кусок, и у него была отдельная рукопись Элицидарий. То есть он, у него не было идеи, что надо рукопись как-то отдельно держать. И вот, ну да, и это грустно. И вот недавно была диссертация у Бекки Стегман, которая как раз сидела довольно долго в библиотеке Арни Магнуса в Копенгагене и просто собирала вот эти куски вместе. Потому что... И таким образом у нас книга Хаука, мы ее получили вот, ну, относительно недавно в целиком. Вот. Но там есть одна рукопись, есть одна тетрадь, ну не тетрадь, а несколько тетрадей вместе, где как раз вместе Эдды и саги есть, да, то есть там они, кажется, АМ-544 кварт. А вот в связи с Таниным вопросом, по-моему, довольно проницательным, в этой книге Хаука, которая вот была составлена для Хаука Эрлинсона, там ведь нет родовых саг, при всей условии. Там есть сага о названных братьях. А, сага назван брать. А, есть вот это существенно. Там, рыжим, там, я бы, там, да. Там... Это существенно, что да. Сказать, нет, я как раз хотел это и сказать. Да-да, то есть там нет, там все есть, там род... есть. Ну, при всей условности этого деления, там, значит, есть родовые саги, нет королевских, да? Нет королевских, там есть сага о троянцах, то есть переводные саги есть, да. Есть Элицидариус, то есть там много разных вещей. Вот. Да, я понимаю, да, я понимаю, да. Но сага, то есть сага о названных братьях и сага об Эрике Рыжем, там, и там более есть, того, да, сага об Эрике хорошо. Рыжем, кажется, именно по этой рукописи в основном стоит. Очень хорошо. Да. Да, спасибо большое. И второй вопрос. Вот есть такой взгляд исследовательский на происхождение вражды, как... Вражды. Ну, в принципе, распри, вражды. Как на обратную сторону дружбы. То есть, если структуру рассматривать, друзья, вот как мы видели и в «Речах Высокого», и вот в саге, друзья что делают? Они регулярно обмениваются подарками, визитами. Ну, короче говоря, происходит постоянный взаимный обмен и большой удар по чести, если ты не произведешь, ну, ответный визит, ответный, ну, вот история. И то же самое с распрями получается. То есть это вот прямо обратная дружба. Если ты не нанесешь ответный, так сказать, подарок, да, то да, тоже то будет ты, не то очень хорошо. Не по правилам ты проиграешь как бы в этой игре, получается. Ну, можно и так рассматривать. Да. И интересно, что в саге о Ньяле, получается, у нас действительно Гуннар и Ньяль, они эталонные такие друзья, прям очень крутые. И происходит у нас такое затягивание, да, у нас
они очень-очень долго пытаются не скатиться в эти все распри, но мне кажется, что это может быть таким переходным состоянием между действительно... то есть они обмениваются подарками, но эти подарки являются в тот же момент каким-то, какой-то штукой, присущей вражде. Вот, и поэтому... Вы имеете в виду, что их жены обмениваются антиподарками? Да, это, да, но они же обмениваются буквально мешком, вот этим вот, с деньгами, да, сначала там немножко, потом еще по чуть-чуть побольше. Вот, мне кажется, это очень интересная такая ситуация, когда мы, вот, они, чуть-чуть, и вот, ну, и потом скатываются в итоге в вражду. Да, да. Вот. Да, и, ну, и любопытно, что это все происходит еще в первой части саги, да, то есть, как бы, что... Вот этого конфликта, это такой, это история про конфликт, который как бы не произошел благодаря вот этому постоянному выравниванию. А уже потом, после смерти Гуннера, да, все как бы пойдет, ну, куда оно пошло, да, к сожжению. То есть там как раз вот этого не происходит, вот этого идеального балансировки не происходит, да, как раз из-за того, что уже такой фигуры дружбы нет, да. Так, да, единственное, что нужно, давайте я передам. Это микрофон, в который надо говорить. Для зума. А, понятно. Угу. Да, я подумал про ваши слова, про руку судьбы, как вы выразились. Я, собственно, вспомнил, как Гуннер умирает. Угу. Он же фактически до самого последнего момента действует максимально рационально, с расчетом на именно поддержание какого-то мира. Фактически, когда он объявляется вне закона, у него есть там то ли день, то ли два, чтобы собраться, он приходит домой, и тут внезапно он смотрит на свою усадьбу и в сердцах восклицает: «Ах, какой прекрасный пейзаж! Ни за что не покину дом родной». Это еще драматичнее. Он уже сел на лошадку поехал, повернул голову, и в этот момент у него внезапный приступ патриотизма произошел. Он такой: «Нет, эмиграция – это не для меня». Уже уговорили уехать. Да, да, уже был готов корабль. А поскольку его хутор, его вотчина называется «Конец склона», и действительно, тем, кто там бывал вообще, надо сказать, что когда видишь эти желтеющие нивы на склоне, возникает желание бросить все, рискнуть всем и остаться там. Но действительно он, значит, вот изменяет своему решению. Но Дима, по-моему, не договорил, Да, у меня это наложилось на вспоминание о том, что, ну, на общеизвестный тезис о том, что, в принципе, какое-то отношение к самому понятию пейзажа, оно все-таки модерновое, и что во всем саговом корпусе вспоминается только два каких-то эмоциональных отношения в стилях «как красиво». То есть первое вот это, второе в конце саги «О Булаве святом», когда он смотрит на какую-то деревню и говорит: «А какой красивый пейзаж, жалко, все это будет сжигать». Вот. Соответственно, вот если вспомнить вот это все, создается впечатление, что, в принципе, вот этот весь ход с приступом непонятно чего максимально искусственный. То есть это буквально Deus ex machina. Вот. Ну, да, то есть, если я правильно понимаю вашу мысль, что нашему автору из 13 века нужно как-то пояснить нам, почему Гуннер все-таки... Как бы, Гуннеру надо проявить свою героическую... Выйти на героический станс. Ему нужно умереть. Да. Как объяснить, что он решил остаться? Да? Вот. То есть, фактически, это попытка разрешить конфликт между, с одной стороны, действительно его статусом героического героя, и, с другой стороны, как такого образчика этической разумности. Вот. И получается, что, во-первых, этот конфликт разрешается вот именно так искусственно, а с другой стороны, это порождает мысль о том, что, в принципе, вся первая часть саги такая иллюстративная. То есть это некоторая схематическая предыстория, которая нужна именно для того, чтобы, ну, собственно, главная часть Проньяля воспринималась некоторым должным образом. И получается, что на эту идею будет работать и вот эта идея схематичности, и идея того, что на нее идеально проецируется речь Высокого и, собственно, вот, вот этот перевернутый Deus ex machina, который вместо того, чтобы спасать героя, наоборот, его убивает. Да-да-да, Deus ex machina, который не работает. Он идеально работает, но не в ту сторону. Анти-Deus ex machina. Да, спасибо, мне кажется, это очень... Да, мне тоже кажется, что первая часть в этом плане, она может быть сконструирована, как бы, да, вот именно таким, еще с помощью антикварного взгляда, в каком-то смысле. То есть структура в квадрате получается.
Да, спасибо. Да, очень, очень здорово. Так, есть ли еще какие-то... Да, передайте, пожалуйста, туда. Да, у меня короткий вопрос. Человек с наивной картиной скандинавского мира. Он даже не про дружбу и не про сжигание, а про такую, скорее, теоретическую часть. Мне в конце первой части, когда мы как-то говорили про, в общем, про схожесть в Эдди и Саге, я думала, ну, наверное, она будет какая-то формальная. То есть на уровне формул или каких-то эпитетов или чего-то. Вот, а когда мы так подробно разобрали, ну, довольно сюжетные и такие, ну, вот я бы даже не звала их текстологическими, а скорее вот ровно сюжетные и такие сценарные параллели. Да. Я правильно понимаю, что мы мало можем каких-то аргументов привести в пользу или против того, было ли это как бы аналогией, было ли это адаптацией или заимствованием, или это скорее, ну, вот такой порядок вещей, который приводит к повторяемости похожих сюжетов, если они настолько, ну, тесно связаны с речами Высокого. Просто как бы, насколько речь Высокого — это литературный текст? Ну, понятно, что нельзя ответить на этот вопрос, если ты не Снорри. Но как-то мне подумалось, что если это действительно такой важный свод законов, по которым... Этический, скорее, этический кодекс. Да-да-да, ну, этических законов, которым должен следовать любой уважающий себя скандинав. Да, викингского периода. И вот опять-таки, возвращаясь к самой начальной какой-то фразе про то, что у него, значит, полная, что там, голова или сердце законов Исаак. Да, то есть насколько это... Сведуешь в законах Исаак. Да, сейчас, да. Я попробую сейчас понять, что именно стоит в вопросе. Да, ну вот если как бы супер примитивизировать, мне кажется, что в какой-то степени можно... ну вот похоже ли это на то, что там в «Отцах и детях» дуэль выстраивается точно так же, как дуэль у Пушкина? Да. Они стоят с двух сторон, направляют друг на друга пистолеты, да. Но, очевидно, заимствование. Я понимаю. Как бы идея в том, вот эти все идические конструкты, да, которые там, как бы сюжетные схемы. А у меня есть свой. Эти сюжетные схемы, они присущи просто саговому повествованию персе, да, то есть как бы они как бы неосознанны, да, или же они именно являются осознанной отсылкой. Вот, вопрос именно в этом, да. Ну вот, как кажется, из того комментария, например, который сделал Дима, да, до этого, и из той явной какой-то, ну, в невымученности, да, а какой-то искусственности, именно в саге Аньяри это очень хорошо видно, да, то есть именно желание выверить это все по речам Высокого, понятно, что не на уровне слов конкретных, а на уровне именно, ну, мотивов, да, как бы вот как должны себя вести друзья. Но важно при этом, что это работает именно по-другому, да, мне кажется, именно в этом штука, что, ну, вот соединение речей Высокого, то есть в этой саге, в этом конкретном куске происходит соединение речей Высокого, такой этики, с конструктом про Сигурда, Брюнхельд и так далее. И вот эти соединения вместе, оно как раз... Если бы это было просто про друзей, то здесь трудно было бы, наверное, говорить про то, что, ну, речи Высокого здесь могут использоваться именно как некоторый текст. А вот из-за того, что тут появляется дополнительный уровень Сигурда, Брюнхельд, Гудрун, Гуннар и вообще всей этой истории, вот тут уже, мне кажется, все-таки соединение этих двух историй вместе, оно и создает некоторую базу для того, чтобы мы могли сказать, что, ну, может быть, все-таки это осознанная полемика, да, с эдическими образами. То есть тут как бы два эдических сюжета сливаются в один. И в следующий раз мы будем говорить про более очевидный сюжет, когда просто цитаты из речей Высокого напрямую используются, но не так, как в речах Высокого. Вот, то есть вот тут тоже как бы полемика как бы с ними будет происходить, ну, как мне кажется. Это в саге о Бьорне как раз. Это я вот надеюсь рассказать через две недели. Вот. То есть такой разговор, мне кажется, самое главное здесь, что я бы хотела донести, что, как кажется, в 13 веке происходит некоторый диалог с эдической поэзией. Так же, как Снорри проводит диалог с эдической поэзией в своей «Младшей Эдде», так и составители саг, судя по всему, они, то есть даже если в этих сагах изначально и были какие-то бессознательные, как бы, образы из эдической поэзии, в 13 веке они начинают их замечать, как бы, и, может быть, даже специально, ну, так, подсвечивать, делать их поярче и как-то по-другому с ними работая. Вот. Ну, посмотрим, вот, как бы, не знаю, как вам понравится моя идея в следующий раз или нет. Вот. И, может быть, мы еще поспорим про это. То есть диалог все-таки с поэзией, а не с законом.
С речи Высокого — это часть эдической поэзии. Да, то есть полемика, ну, и внутри этой эдической поэмы есть некоторый свод эдических законов, ну, этических законов, вот. И в этой конкретной саге полемика, как кажется, идет не столько с вот этой частью, не с речами Высокого, а с историей про то, что женщины смогли таки разрушить дружбу Гуннара и Сигурда, да, то есть, грубо говоря, вот, а вот у нас не так, понимаете, как бы, а у нас они не побратимы, между прочим, вот они, кстати, вот Гисли, он побратим, и там все плохо пошло, а тут не было этого антихристианского обряда, то, что тут, это все хорошо работает, мне кажется, концепция Ларса Лонрада, который про вот этого языческого христианина, как бы такого прехристианского христианина, который, люди, которые ведут себя до христианизации очень по-христиански. Да, вот как бы... Вот тут, тем не менее, кстати, про степень дохристианскости, побратимства я бы не увлекался, да. Потому что, вообще говоря, мы знаем не про Скандинавию, то есть, может, я не знаю про Скандинавию, но вот на Руси обряд побратимства вовлекался в совершенно христианский обиход. Был особый чин, например, на побратимство, который произносилось в церкви, и, в общем, в этом смысле что-то подобное могло быть и в Скандинавии там 13 века. То есть я бы не сильно напирал на... Тут они все до христианского времени, они все язычники, но... Просто в саге о Гисле я могу здесь неправильно, мне может быть память моя мешает, но мне кажется, что там даже есть напрямую указание, что тогда вот в дохристианские времена был обряд побратимства. Конечно. То есть в саге о Гисле в этом. И более того, он скрупулезно так описывается. Да. То есть мне кажется, тут как раз идея в том, что, видимо, это что-то показывается как причина, как раз почему тут все так плохо как бы получилось, потому что они провели этот ужасный языческий обряд, как бы, да, и это как бы один из вариантов интерпретации этого конфликта. Mm-hmm. Соответственно, вот эта причина накладывается на эдический вот весь этот, ну, уровень, да, который под уровень. Вот на мой взгляд, это немножко такая, стремление углов, что ли, потому что тут дело не только в языческом обряде. Конечно, да, да. Не только, да, но мне кажется, это один из возможных, mm-hmm. точнее, один из аспектов, которые здесь появляются. Ну, может быть, да, хорошо. Да. Пожалуйста, там вот в Zoom есть вопрос. Да, пожалуйста. Zoom. Даниил. Да, спасибо. Слышно меня? Да. Да. Ага, хорошо. Я продолжу линию наивных вопросов. Два маленьких очень вопроса. Первое. Младшая Эдда – это автоназвание или это позже закрепилось за текстом? Это в одной из рукописей, кажется, сказано, что это Эдда и ее автор Снорри Стурлусон. Вот. Да, слово «младшая» появилось очень поздно, да. Для того, чтобы отделять ее от старшей. Да. Соответственно, и старшая... Ну, слово «Эдда», единственное место, где оно встречается, это в одной из рукописей вот Эдды Снорри. Да, прозаической Эды. А вот Бриньольф Свенсон, да, в 17 веке, он просто такой подумал, ой, эти поэмы очень похожи на то, что написал Снорри. Наверное, это тоже Эдда. Да? И вот он был первым, кто назвал ее как бы тоже Эддой. Да? Отсюда эта поэзия стала называться эдической. Ну, при том, что слово «Эдда» в самой старшей Эдде один раз упоминается. И, собственно, в этом самом, господи, не в песне о Риге. Или в песне о Риге. В общем, один раз она упоминается как термин родства, как прабабка. Прабабка, ага. Угу. Да, но явно не как название вот этого совершенно всего. Совершенно не как название. Да. Данила, а у вас еще был, кажется? Ну, второй вопрос уже снялся. Я хотел спросить, не пытался ли кто-нибудь потом еще назвать некий текст Эддой, но я уже услышал ответ, спасибо. Да, после Бриньолева уже никто этого не делал, да. Ну, в известном смысле мы продолжаем политику Брюнельва, называя любое нескальдическое стихотворение древнескандинавской эдической поэзией, потому что, ну, и это, в этом есть некоторая условность, потому что сами скандинавы так это не формулировали, так не называли. Угу. Так, ну что, мы, наверное, иссякли, да? Есть ли еще вопросы в зале? Вот. Появилась Анна Феликсовна, наверняка у нее есть вопрос.
Когда же мы будем есть? В Зуме нету вопросов? Так, ну, наверное, тогда... Ну, я бы все-таки уточнил просто уже совсем какие-то детали, что вы совершенно правильно говорили о том, что деление нас, королевские саги, народовые и там прочее, это явление позднее, это все верно, и мы тоже так это и воспринимаем, но все-таки сами скандинавы какие-то группы саг выделяли явно, и как-то их категоризировали, если угодно, при том, что вообще говоря, это само по себе любопытно, потому что вообще говоря, сага – это все, это такая воронка, которая втягивает в себя и жития, и, я не знаю, действительно, ветхозаветные истории, и рыцарский роман. Да, но при этом не трактаты, не проповеди, то есть какие-то тексты не входят, все-таки не безбрежный термин. Не безбрежный, не все является сагой, но многое. И, ну и все-таки действительно этот знаменитый эпизод, знаменитая фраза про Конунга Свейрера, который особенно любил живые саги, находя их всего забавнее, она все-таки с точки зрения истории поэтики, истории литературы очень важна, потому что это все-таки признак того, некоторой категоризации, некоторого выделения особой группы саг. Да, но мне кажется, что тут, и надо про это было бы договорить, да, что скорее тогда саги делятся на правдивые и неправдивые, да? Скорее то так, есть, да. Да, то есть скорее саги так могут делиться вот на эти две части, но при этом они не будут делиться на то, что вот эта сага именно о Конге. Вот, например, жития святых, они вот называют Хейлагрессогр, да, то есть вот такой вот это есть как раз... Да, то есть это выделение вот было у нас как раз в этой цитате про про Хакона, сына Хакона, да, вот в этой саге. Но, да, как кажется, вот именно... Это может быть контекстуально, чтобы противопоставить, поскольку умирает все-таки Конунг, и не святой, то ему и важно выделить, про кого эти саги, линию его предков. Да, но в каком-то смысле именно на этой базе, да, на этой основе, как он выделяет саги по жанру, про кого они, по прагматике, так и мы сейчас, на самом деле, как мы делим саги, мы по прагматике также, да, эти саги про исландцев, эти саги про конгов, эти про легендарных конгов, да, легендарные саги, то есть это тоже и деление не чисто внутри формальное, а скорее по прагматике самого текста, что характерно, как кажется, вообще для средневековой литературы в целом. И вы не упоминали прядь об исландце-сказителе. Прядь от Торстейна-сказителя, это она и есть. Торстейн называется там Торстейном? Да, он называется Торстейном, да. Ну, то есть он прям там первая же фраза, Торстейн приехал, и он там на протяжении всей пряди. Это она и была, да? Да, это она и была, да. Хорошо. Из гнилой кожи. В пересказе не всегда поймешь. Да.